Такая отделка фасада скоро будет на всей многоэтажке. Это 2000-й дом в крае, который получает вторую жизнь по программе капремонта с участием рекоператора. Кстати, инициаторы – сами жители. Мы в этот дом въехали в 2014 году, вот, зимой. У нас было 12 градусов в квартире. Вот, поэтому мы оперативно начали знакомиться с компанией, которая заведует этим всем, бегать по жителям, спрашивать, что и как. Ну, у многих так было в квартире. Не 12, ну, там 16-18 градусов. Вот, первое дело, что мы сделали совместно всеми усилиями, это поменяли компанию мы. Вот, и вот с этого момента у нас жизнь изменилась, да. То есть у нас что-то начали делать, что-то стали менять. Так, ранее в 2018 году в пятиэтажке отремонтировали крышу по программе капремонта. Температура в квартире стала выше на 4 градуса, подчеркивает Надежда Нартова. В этом году очередь дошла до фасада. Удалось даже перенести ремонт с 2024 года на 2023. Для этого собственники обратились в органы местного самоуправления. Комиссия приняла решение в их пользу. У нас стоял ремонт фундамента. Мы, значит, поменяли период. И ремонт фасада, потому что уже кладка была там нарушена, и, значит, люди замерзали. Мы проголосовали за ремонт фасада, капитальный ремонт. Красиво, все довольны, особенно когда еще поставили новые окна в подъездах. Вообще, ну, в общем, всем нравится. Кстати, после работ в доме станет существенно теплее. Новый цоколь утеплят и обошьют профильным листом, подчеркивает прораб Николай Мойсов. Приступили к работам в мае. Сначала провели демонтажные работы, стены штукатурим в два слоя с армировкой, со следующей покраской. Отливы на окнах меняются, поменяли окна, раньше были там деревянные в подъездах, сейчас поменяли на пластиковые. На слуховых окошках на чердаке ставим решетки, чтобы не попадали голуби. Нас заверили, материалы используют качественные отечественных производителей. В 2023 году запланирован ремонт с участием фонда капитального ремонта Алтайского края в 304 многоквартирных домах. На сегодняшний год рекоператор отремонтирует по сравнению с прошлым годом на 35 многоэтажек больше. То есть включены в план многоквартирные дома с наиболее востребованным видом работ – это ремонт, замена лифтового оборудования. В этом году будет заменено 165 единиц в 50 многоквартирных домах. Добавим, в 83 домах региона уже завершили ремонт, 260 находятся в работе. А фасад дома на Чайковского, 16, доделают уже в конце августа. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.